Так, друзья, всем здорово. Не будем слишком рассусоливать. Значит, вот такой вот типа конкретный зажим, пресс, не знаю, как вы любите. Сюда засовываете что-то, что нужно вам придавить. Объемное такое, поняли? Выдвигаете вот так вот. Вот это крутится, короче, туда-сюда. Все подняли, да? Допустим, посмотрели. Ага, достаточно дырка для того, чтобы туда засунуть что-то. Поняли? Поэтому, кто знает, что это за штука, и если она вам нужна, то ее цена всего лишь 1250 рублей. Друзья мои, она вся железная, она вся советская. И тот, кто хотел ее приобрести ранее, так и не приобрел. Ну, к сожалению, что мы можем сделать? Цены возросли по 1 число декабря этого года, потому что все настолько зыбко, друзья мои, и даже в нашей с вами барахолочки. Поняли, о чем? И не успели приобрести вовремя нужный вам товар, а цена возросла. Опять же, приобрели товар, почувствовали себя немножко легче, потому что успели урвать. Вот так вот. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Кто не знает, где мы находимся, во сколько мы открываемся и во сколько закрываемся, можете зайти в описание к этому ролику и к тому, что вы смотрели ранее. Там все в описании есть. Подписывайтесь. Всем пока!